А еще мне рассказали, что вот эта штука, я об этом никогда не знал. Такие одуванчики здоровенные. Сказали, что их надо кушать, корни. И типа он называется овсяный корень. Но, наверное, это все-таки кто-то пошутил. Надо глянуть в интернете. Но не может же быть такого, что это офигенный деликатес. Так. Сегодня, ну, воскресенье сегодня. Так, сегодня у нас... Лена, сегодня 9? 9 июня. Я в прошлый раз был на даче, так и забыл снять рапорт с огорода. Ну вот надо сейчас снять. Это одно ведро черешни, вот черешни. Вот черешня. А это у соседа вишню оборвали. Правда, с его разрешения. Тут зелень рукола, укроп, петрушка. Ну, все посохло, потому что полив дают на 20 минут. И все сухое. Так, ну надо. Я душ принял первый раз летний. Так, виноград. Вот уже такие большие бубочки. Жена вроде его даже подвязывала. Для тещи она нарезала цветущие лаванды. В общем, тут что-то взошло, и все посохло. Все, что я садил, все высохло. Укроп этот. Единственное, хватило сегодня розы полить, и все. Ну, правда, он, видите, валяются еще на земле. По жасмину, он так у нас и не расцвел, и засох. В общем, вот такая напасть у нее. Видите, он раскрытый, но уже засохший. Я не знаю, что это за болезнь. Пахнет-то вкусно, но, в общем, или посох, потому что я его не поливал, или еще что-то с ним случилось. Так, что тут у нас дальше? Жена постригла розы, которые поотцветали. Что у нас тут ничего и не цветет. Жара, пекло. Вон один только керри и старые Наоми. Ну, вот такая маленькая красная смородина, ее видеть нечего. По идее, она уже спелая. Кисляк. Ой. Это фигня какая-то красная цветет. Я не знаю, что она за... Это мята декоративная, что жена покупала. Комнатная. Вся посохла. Уже видите, хрустит под ногами. Хризантемы тоже все высохло. Тут ничего не цветет. Тут красный цветочек. Один, два, три. Четвертый ряд от края. Один, два, третий. Справа. Потом посмотреть надо, что это за цветок. Семейное. Вот эти сорняки начали цвести. Которые везде посеялись. Вот такая красивая петрушка. Надеюсь, она засохнет. До сих пор еще цветут маки. Не знаю я. А вот лилии первые распустились. Какие-то они вялые. Маленькие. Что тут еще в огороде? Ну вот смородина каплевидная. Ни дыни, ни арбузы, нифига не взошло. Засуха полная. Может, в этом году вновь со смородиной сделаю. А, обстриг я черешню, которую порезал, там засохшие были. Чеснок уже стрелку пустил, уже завернулась. Надо, по идее, вот эти фиговины отрывать, но я не знаю, надо их отрывать, не надо. Вот эти штуковины молочные тоже вкусные. Тут любят люди есть. Так, что тут у нас? Лук высох. Там и в этом году и не садили арпашон. И та штука, которая белым цвела, тоже посохла. И это посохло. Такое запущение с этим, как и васаевой. Видите, уже сокирки отцвели, повысыхали, розы отцвели. Но зато появился какие-то сорняки вон цветут непонятные. Надо их по... Или это... А вот какая красивая мальва. Она такая кремовая, белоснежная. Так, что тут у нас дальше?
А, рукола. Рукола пошла цвести. И вся она какая-то стала. Смотрите. Вялая вообще. Посохла. Потому что нет полива. А мы приезжаем сюда раз в неделю. И 20 минут сверкает вода. Видите, даже не хватило полить этот. Все. Тут я немножко разгреб засохшую траву. Надо все это выгребсти, эту кучу спалить. Идем смотреть дальше, что в огороде творится. Слива завязалась. Что тут со смородиной? Ну, она, видите, неравномерное созревание смородины. Поэтому не знаю, как ее теперь рвать. Кто знает, объясните. Да я учил как-то рвать смородину. Вот розовая малва. Вот уже начал шалфей мускатный цвести. А это что за фигня? Даже непонятно. Какая-то штука горохообразная. Не знаю, может она ядовитая. Вот болезни очередные на грушах. Кстати, на черешне тоже болезнь. Листья крутит. Но никто ничего не брызгает. Тимьян я вот хоть чуть-чуть полил. Один сдох куста, а второй там еще чуть-чуть шевелится. Вот такая юка колокольчиковая образная. Вот еще одна будет цвести. Тут я садил всякую фигню. И фигня и выросла. Вернее, ничего не выросло. А то, что не садил, вот видите, самосев. Мак там, ромашка, то и осталось. Вот еще красивая. Розовая мальва. У меня один знакомый сказал, что с нее можно чай заваривать. Если особенно она темная такая, не знаю, какой чай. Тут тоже все запущение. Все высыхает, отсыхает. Вон маки как повысыхали, вон, видите. Но надо дождаться, когда они засохнут, чтобы собрать вот эти коробочки с семенами, да посеять. Может, это садовый мак. Лена, ты собралась? Ну, а вот эта фигня надо искоренять, потому что слишком ее много в огороде. Ну, такой рапорт. А что я делал вообще в огороде за это все время? Ничего. Вот только... Может быть, такси делать, а потом можете снимать. А может быть, ехать сюда. Да, кстати, такси 350 гривен с города сюда. И сейчас назад тоже едем, потому что... Ну, потому что на дачном автобусе уже не критические дни, а еще ведра тяжелые таскать, ну, его в баню. Типа такого. Всем всего хорошего. С вами был я. Да еще вот эту юку покажу. Вот еще одна юка цветет. Так не, мне надо одеться, вернее. В центре города цветут кактусы. Это пятое июня 2024 года. Кстати, их даже этот пчелки опыляют. А город Николаев.